дорогие друзья! Всем привет! Молодежный дом культуры представляет вам сегодня мастер-класс, аппликацию из природных материалов. Октябрь – это самый красивый месяц осенних листьев. Сегодня мы с вами будем делать аппликацию ежика. И в мастер-классе мне будет помогать сегодня Виктория. Для мастер-класса нам понадобятся ножницы, двухсторонний скотч, вот такие заготовочки ежиков и, конечно же, разнообразные формы осенние листья. Первым делом, что мы с вами сегодня будем делать, это определимся, с каких листочков мы будем делать аппликацию ежика. Я себе выбрала вот такие веточки. Это длинные листочки. Вика сегодня определилась. Она будет делать ежика из вот таких кленовых листочков. Ежики у нас получатся, конечно же, разные. Но я думаю, будет очень-очень красиво. Итак, что нам нужно сделать? Сначала мы берем листья и отрываем их от веточки. Я отрываю. А Вика будет ножничками обрезать веточки, чтобы держи ножнички, чтобы они не мешали нам при аппликации. У нас их должно получиться достаточно, чтобы хватило заполнить верхушечку ежика. Подготовили листики, обрезали все веточки, которые нам мешали. Теперь мы готовы приступить к нашей аппликации. Верхнюю часть ежика, где у него находятся иголки, нам нужно будет сейчас с вами заклеить двухсторонним скотчем, чтобы потом мы могли приклеить наши подготовленные уже листики. Берем двухсторонний скотч и заполняем всю верхушку нашей аппликации. Держим. Где у нас должны находиться иголочки у ежика, мы начинаем это все заклеивать вот так двухсторонним скотчем. Вот эту часть ежика нужно будет заклеить. Получилась вот такая уже заготовочка. Теперь двухсторонний скотч мы должны подготовить, прежде чем приклеить наши листики. То есть отклеить верхний слой скотча, чтобы он стал клейким. Приступаем. Готова к заполнению осенними листиками. Так как Вика у нас определилась, будешь делать с больших, да, с кленовых листиков, мы сейчас должны с вами заполнить вот это пустое пространство, где мы с вами скотч двухсторонний приклеили, должны заполнить осенними листиками. Как мы будем это делать? Верхний ряд мы будем приклеивать, самый верхний ряд, мы будем приклеивать
побольше листики. Следующий ряд будут листики поменьше. И так далее. Меньше, меньше, меньше. Чтобы заполнить нам все вот это вот пространство, где у нас должны у ежика находиться иголочки. Итак, приступаем с вами. Тебе, Вик, все понятно? И я также своего ежика буду делать. У меня другая форма листиков, да? Я буду также выкладывать несколько рядов на нашем ежике, чтобы получились у нас как бы иголочки. Приступаем. Посмотрите, какие красивые осенние ежики у нас с Викой получились. Согласитесь, несложно, очень просто и очень быстро. Зато как интересно, да? Мы с Викой желаем вам удачи в вашем творчестве. Фантазируйте, изобретайте. Всем хорошего настроения. Пока-пока.